Крещенскую купель в Твери оборудуют напротив Тверского государственного технического университета рядом с речным вокзалом. Так как льда в этом году нет, на Волге создадут конструкцию, подобную большому плоту, жестко закрепленному ко дну реки сваями. Монтаж стартует в ближайшие дни. Само же купание начнется 18 января примерно с 23 часов после вечерней службы в храмах и освящения купели. Что касается региона в целом, здесь оборудуют порядка 40 мест для купания. На них будут дежурить спасатели, медики и полиция. В некоторых районах купели сделают при храмах, а не на открытой воде.